На Каме вблизи набережных Челнов обнаружили полуобнаженное тело. Информация об этом поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 накануне в 8 часов вечера. В район садового общества «Любитель природы» выехали сотрудники зонального поисково-спасательного отряда. Они достали погибшее тело, находилось под водой. Айрат Назипов узнал, что это может быть пропавшая месяц назад молодая девушка. Тело девушки обнаружили без верхней одежды. На ней были только черные брюки и футболка. По одной из версий, это может быть пропавшая в марте 21-летняя Лия Троицкая. 22 марта на мосту Нижнекамской ГЭС нашли куртку, обувь, документы на ее имя и ее же мобильный телефон. Высота моста в этом месте 30 метров. Последний раз девушку видели в тот же день на работе в ресторане. Поиски шли на протяжении месяца, но безрезультатно. Найденное накануне тело опознать сразу не удалось. Тело обнаружено на глубине 1 метра и на расстоянии 1 метра от береговой линии. Личность устанавливается правоохранительными органами. В настоящее время идутся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности. Результатов экспертизы пока еще нет. Однако родственники девушки опознали тело по отдельным признакам. В группе в социальной сети, которую создали близкие Лии Троицкой, также появилось сообщение о том, что поиски завершены. Айрат Назипов, Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, вызов 112.